Всем привет! Я начинаю видео с заправки. Мы едем с Андреем, с Ниной в одно место. В одно и то же, в смысле. Так что она будет снимать кое-что. Кое-что я. Flying J. Здесь вот есть Cinnabon. Мой любимый Denny's, Subway. Андрей уже заправился. Сейчас покажу, почем бензин. 5,84. Здесь даже Onion Rings. Вау. Какие сосиски? Что берем? А, вот слаши. Ну, видишь, три вида, только надо было белый сделать. Да, Лона? Синий тоже она хочет. Кофе. Холодный чай. Современные машинки уже тоже. То я смотрела в России, уже все как автоматически, а у нас бывают заправки, простое кофе и все. Суматра. Сейчас, Pilot House, Colombian. Decaf есть, Мексикана, Колумбия. Вот это как раньше, такой просто краник. Раз. Есть чай Липтон. Видишь, только Pilot и Flying J сейчас вместе. Вместе? Это Flying J, а тут... Есть Subway. Делаешь сэндвич сам себе. Это что, хлебцы такие, глянь? Интересно, я такого не видела раньше. Колбаса. Такие сэндвичи. Что? Илона? Если ягодки во льду. Почем? Дыня и арбуз. 2 на 7? 2 на 7. Вау. Есть мороженое. Сникерс. Хотела сказать, коровка из кореновки. Супец красный. Поправь. Potato soup, картофельный. Как-то не видно. О, чили. Какой ты выбираешь? Никакой. Поели. Вот тот кусочек, наверное. О, ну знаешь... О. Такого жареного, но потом не очень себя чувствовал. О, вот это хорошая курочка. Какую ты пиццу взяла? Это покажи. Виталики, да. Виталику? Виталик быстро определился. А вот, да, булочки, горячие, это кто? Пюре ест с хлебом. Есть салатики. $7. Колбаса с сыром. Маленький чизкейк. 3,69. Суши. Самое главное, не засняла. Я так хочу, но всегда прихожу не голодная. Покажи еще. Big. Не надо. Заказали уже, Нина? Вот, кто будет пиццу? Будешь пиццу? Кстати, вот такие вот. Классно. Один.
Артур, ты поел? Да. Что ты ел? Пицца. Вкусная какая-то сырная пицца с мясом. Илона, вкусно? Илона, тебе свинка понравилась? Мягенькая такая. Не расстается с ней. А ну, растяни ее. Где хвостик? Хвостик где? Вот хвостик. Не оторви. Щелка твоя, я не могу. You want the OG Coca-Cola slushy? What's that? Wait. Чеснок кому надо? Ты что? Garlic ice cream. В смысле, серьезно? А что, сейчас попробую взять по чеснока. Может купить чеснок, зато не китайский. Местный, так сказать. В баночках. А что в красном? Это шоколадное, это ванильное. Местный магазинчик такой. Это мы 2 часа от Сакраменто. В сторону Монтерея. Тоскан. Масло. Cooking oil с травами. Вот есть базилик, карлик. Так, цены, да, вам надо? 12,99. Дорогое. Это что, ты не можешь его есть его? Все с чесноком. Да позже она и забудет за него. Ой, гляньте, чеснок. Подушка. Глянь. Чеснок. О, это что? Вау. Что-то такое старинное. Смотри, Настя. Старинное. Что-то такое.
и фрукты. А чё, почём? Непонятно. Черешня. Есть чесночные хлопья. Garlic flakes. Сушёные. И все виды. Ну да, маринованные я показывала. Смок, sea salt, упсики. Ну все, будем пробовать. Garlic pepper jelly. Чесночный jelly. Все, Илона, you happy? Are you happy? Все, помчались. Кошмар! Чесноком! Да. Надо Лёше дать попробовать. Любимый его вкус. Чесночный. Мне дедушку надо сюда привезти. Я не понимаю. Last name. Так, а нам тоже надо будет расписываться.
Thank you. Stay, guys. We're just going? Yeah, you're good. Just follow them. Thank you. О, вот с рейсингом. Ой, какой вид. Какой вид. Так, вы смотрите, куда ехать. Окей. Где? Вот это наше место слева. Вот это. Мы в кемпе. Вот такой у нас. Вид на горы. Саш, молодец. Здесь Виталик. Здесь мы обустраиваемся. Закат солнца. Настя, молодец. Чемоданы достает. О! Не надо переворачивать, да? Сейчас будем расстилаться. Ну что, поехали. Ой, кто пришел? Привет. Будет надуваться, думаете? Готовится ужин. Да. Матрас готов. Роллтон русский. А по-английски как? Кстати, вот оливковое масло. Рамен нюдлс. Рамен. А это виноградное. Салатик. И крючки для мусора сделали. Вечерняя прогулка. О, уже эти. Еще светло, уже фонарики горят. Солнечные. Ой, здесь ступеньки вниз есть. Пешком, да, чтобы не обходить. Сейчас поднимемся наверх. И там, говорят, вид. А, вот тут старые орвишки, смотри. Тут... Как бы. Так вот, дрова лежат. Не, это дядька вон где. Так вы ничего не узнали? Не, он сказал, что привезет нам. А, да. Вы заказали? Ага. Вау, классно. Сейчас добудем дрова. Угу. Смотри, а тут классные места парковочные. Это ж люди, видишь, заранее, наверное, выбирают. Они знают, какие хорошие места. Угу. Кострище. Нет, я думаю, где деревья. Зашел, наверное. О, костром пахнет. Сейчас, когда мы были в Орви, мы там наверху были самым. И мы там на самокат, на самый низ. А, ого, да тут. Смотри, прямо там есть орвишка. Да. Так, вау. О-о-о. Теперь смотрите. Ну, что-то на телефоне не так. А так такой вид мощный. Вообще. Глубина такая. Широта. О, нет, слушайте. Вы всего не видите. О, помчалась. Ой, какая красота.
в дымке там, в такой какой-то городок. В горах. Вот так, уже будет сейчас темнеть. Настя. Или там еще лучше? Там еще лучше вид? Ну ладно. Пошли вниз, надо быстрее, пока не потемнело. Обустраиваться нам. Пробежимся. Ладно. Пойдем быстрым шагом. Классно. Если бы туда, вот где повыше. Ну, хотя у нас зато деревья. Ну, как да. бы не так солнце будет палить днем. Ну, о, это нам дрова, наверное, везут, нет? А? Да, дрова. Да? А, да. Заказали дрова, привезли нам. О, Саша, силач. О! Закрой, закрой. Пусть Илона подойдет. Окей. А где собака? А, она на вас полаяла? А. Thank you. Вот курточку одела и все равно сосед. Да? А ну, сейчас будет шоу. Шоу. Илона, помахай. Помахай. Хай. Дима, отойди. А что, две дровишки и четыре? Ой, а что у тебя? Покажи. Science rock. Oh my! I'm crying right now. Сколько фана, а? У нас такого не было фана в детстве. Здесь у нас палатка с продуктами. Распределяем. Есть холодильник, кулер. Здесь сухие продукты, овсянка, пюре. Этот роллтон или как там, здесь для сморса все, сериал, соки, вода, яйца, снеки всякие, как-то так. Это а что вы один маршмеллоу едите? Покажу туалет сразу. Хороший туалет, три раковины, зеркала, туалеты и дальше души. Душ. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, конечно, да, грязненькие, но неплохо. Ну, кстати, плохо, что шторка. Ну, хотя нормально. Я уже в теплом. Вот мы с туалета выходим и сразу наши палатки. Так сказать, возле туалетов.